1 сентября 1612 года началось сражение на Девичьем поле под Москвой между вторым народным ополчением Кузьмы Минина и князя Пожарского и отрядом польского гетмана Хаткевича, который шел на выручку польскому гарнизону Москвы, заблокированному ополченцами в Кремле и Китай-городе. Помимо второго ополчения под Москвой находились остатки первого ополчения, казаки под руководством князя Трубецкого. К утру 1 сентября войско гетмана перешло Москву-реку у Новодевичьего монастыря и началось сражение, которое шло 1 по 7 час дня. В разгар сражения польский гарнизон нанес удар в тыл ополчения. Но отряд, который Пожарский заранее выделил для защиты Черторыльских ворот с тыла, отбил атаку. Войска Хаткевича продолжали теснить отряды Пожарского, а Трубецкой на помощь все не шел. Но тогда несколько сотен его казаков самовольно кинулись на выручку, и натиск польских войск удалось остановить. В итоге гетман Хаткевич отступил за Москву-реку.